Мне надо тебе кое-что рассказать. Подожди. Давай. Я начала встречаться с бывшим. Справедливо. Да. Привет, Барби. Привет, Барби. Привет, Барби. Привет, Барби. Привет, Барби. Привет, Барби. Хватит, Кать. У нас в Йоджи появился нежно-розовый обалденный сет. Ты не делай. Шпынк. Прекрати. У нас появилось. Это же будущее. Кать, ты прожуй. Прожуй. Говори. Говори. Я сама. А также у нас появились интригующие черные новинки. Я хочу сделать порчу. Зачем? Вы что, не видите? На вас уже. Сделайте лучше каре. О, или чёлку. Вот так прям. Так, ладно. Можно тогда спросить про любовь? У меня просто есть парень. Он очень богатый. Он очень меня любит. Да-да-да, я вижу, он слепой. Нет, почему он не слепой? Серьезно? Женщина, я сейчас встану и просто... Уйдете. Я такие моменты очень хорошо вижу. А вы знаете, вдалеке вот так вообще не вижу. Верните деньги. Ой, все, портал закрылся, я уже не слышу ничего. Да не смей уходить, у вас такая тяжелая энергетика. И Кость, пока. Давай карту. Ага. Мы в жопе. Мужчина! А может быть, попробуем заниматься сексом за денежку? Давай! Только у нас совсем нет денежков. Катя, ты дура. Нам будут платить. Кто? Тоже верно. Давай заполним анкету. Давай. Две... Симпапульки ищут муженчика. Катя, это госуслуги? Конечно. Ничего не получится. А что если вернуться к плану продавать ношеные трусики на маркетплейсах? Это была офигительная идея. Заполним анкету. Ношеные. Катя, это снова госуслуги? Ну ты молодец, что разобралась. Тупица. Кем он работает? Никем. Он ищет себя. Где живет? С матерью. Чем увлекается? Дегустирует вино в пакетах. Поняла. Нашла.
Это же кусок говна. Все верно, милая. Справедливо. Отстой. Катя, нам нужно очень серьезно поговорить. Угу, поняла. Катя, фу. Угу. Короче, вчера ночью я отправила тебе трехчасовое аудиосообщение. И ты до сих пор его не прослушала. Поняла. А, малыш, привет. Так будет все время. Катя, да слушай, это важно. Поняла. Сейчас, секундочку. Пляшка, можно мне, пожалуйста, ванильный раф? Вот что я хотела тебе сказать, моя любовь, смотри. Нет, давайте лучше, конечно, лавандовый, да. Я так больше не могу. Хорошо, Кать. Тогда я запишу другое аудио, где скажу все, что тебе думаю. Катя, ты крыса. Катя, ты крыса. О, да это коротко. Я решила дать ему еще один шанс. Давай посмотрим, что говорят карта. Я произношу это слово, когда что? Когда ты не права. Когда что? Ну, когда ты виновата. Чего? Ладно, все, дурацкая игра, и извини. А, я это слово от тебя слышала. Не могу прочитать. Да, оно сложное.